внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС. Три звездолета советской космической экспедиции «Сириус», «Вега», «Капелла», пройдя свыше 200 миллионов километров, благополучно приближаются к Венере. Самочувствие космонавтов отличное. Метеоритов мы пока бессильны. Шли на это. Не верится как-то. Я только что говорил с ним. Мы шутили. Земля, Яркович. Давай. Сириус, Вега, потрясены гибелью Капеллы. Уверены в вашей стойкости. Выходите на орбиту Ступеля. Уточните условия на планете. Дайте ваше предложение. Артур будет готов к вылету через неделю. Артур будет идти 4 месяца. Ждать, а не садиться. Это пытка. Но ты же знаешь план. Один корабль остается на орбите с топливом, а садиться должны 2 для страховки. Поэтому теперь до прибытия Арктура посадка невозможна. Невозможна посадка кораблей, но не людей. Что ты хочешь сказать? Илья Васильевич, одному из вариантов садится планер Веги. Да, с универсальным автоматом Алана Керна. К черту автомат. Спустите на планере меня. Планер не возвращается, Алеша. Я знаю. Я буду ждать Арктура там. Работать, сообщать по радио результаты. Я же сделаю больше, чем это. Железка. Венеру надо видеть глазами, а не фотоэлементами. А если с тобой там что-нибудь стрясется? Обязуюсь не звать на помощь. Оставлю расписку. Моя жизнь принадлежит мне. Моя жизнь принадлежит мне. Мистер Керн? Да? Нужно посоветоваться. Just a moment. Через полминуты. Я все еще не могу поверить, что их уже нет. Им повезло. Мгновенная смерть лучше. Мистер Керн. Я весь внимание, сэр. Вместо вашего автомата Алексей хочет сесть на планере. Почему на планере Веги должен садиться член экипажа Сириуса? Мы, кажется, понимаем друг друга. О чем вы? О чем? Да так. Алешка прав. Лучше отдать жизнь с пользой для дела, чем болтаться в космосе и ждать, пока тебя шлепнет метеорит, как их. Что ты задумал, Ваня? Да-да. Или фыркнет солнце, и нас скрутит лучевая болезнь. Земля не разрешит посадку. Должна разрешить. Нужно садиться, не дожидаясь Арктура. Посчитаем. Без фактора опасности. Безумие. Риск — норма поведения в космосе. Посчитайте. Если хотите, с помощью вашего изобретения. Окей.
Фирма General Кибернетик давно ждет настоящей работы. Послушайте, в такую минуту. 7, 12, 9. Hello, Джон. Проснитесь. Да, сэр. Прошу вас, уважаемый Джон. Дайте наилучший вариант посадки с возвратом. При наличии только Веги и Сириуса. Вместе с вами нас теперь 7. Фактор опасности не учитывайте. Вега остается на орбите с одним планом. Веги сажает троих, Сириус троих. Итого садится 6. Обратно Сириус поднимает 5. 6 остается на Венере. Кто этот 6? Я, сэр, как мертвый и самый тяжелый. Математика безжалостна. Плохой вариант. Неверно. Хороший для дела, но опасный для нас, поэтому его и нет в планах. Неясно вот только, кто останется на орбите. По этому варианту остаться могу только я. Переработать столько информации с планеты, передать ее на Землю, это могу только я. Послушай, Маша. Извини меня. Это глупо, наверное. Но я всегда надеялась на другие варианты. Я столько лет работала. Добивалась. Это было все так трудно. Спутник. Потом Луна. Ты же знаешь. Хотелось вместе. Ну, а что ты предлагаешь? Я не знаю. Маша. Закерна с его роботом просила Международная ассоциация. Это проверка целого направления в космонавтике. Тебе же все это известно. А мне... Мне надо быть на Венере. А мне не надо. Иной мир. Сколько раз за последние годы мы посылали сюда автоматы. С их помощью мы изучили атмосферу. Открыли океаны и материки. Измерили температуры. Тысячи цифр. Но о самом главном ничего не говорят автоматы. О жизни. Кто там? Теперь, наконец, с этим вопросом пришел сам человек. Приготовить к сбросу маяк. Давление на поверхности 2,3. Высота облаков 15. Тучи пепла над берегом. Опять очаг углекислоты. Сквозь облака просвечивает светлое красное пятно. Тысячи новых данных. И ничего о главном. А главное это... Кто там? Никого там нет. А чего живого там еще не появилось? А может, это светлое красное пятно, освещенное огнями город? Вымершая планета. Разум здесь уже истребил себя. Тоже прав. Нет. Никакие автоматы не заменят человека. Сириус, Илья Васильевич.
Да? В районе, где вы должны были сесть, я не вижу для Сириуса ни одной ровной площадки. Да, изрезано здорово. Будем менять район? Нельзя. Задание садится здесь. У меня предложение. Какое? Не нужен нам Арктур. Планер с высоты в 1 километр найдет для вашего Сириуса небольшую площадку, которую отсюда не видно. А если не найдет? Пенсии семьям, памятники. Экипаж планера. Я Керн, робот. Маша на орбите. Робота бросаем на Венере. Вы что, уже все просчитали? Давно. Что ответим? Я хотел бы быть с ними. Авантюра. Вот что. Подготовь доклад штабу. Хорошо обоснованный. Может быть, разрешат. Готовы? Да. Тогда действуйте. Я советую тебе еще два. И вам, Алан Керн. Я понимаю вас, командор. Желаю успеха. В добрый путь, друзья. До свидания. Бросаем маяк. Садитесь от маяка 300 метров на юго-запад. Нас относит. Под нами вода. Возможно, посадка только на болоте, торчат камни, шансы на гибель 90%. Сажаю. Маша, успокойся. Их экранировал горизонт. Они сели. Через час на следующем обороте мы свяжемся с ним. Черва. Алло. Кер. Алло. Черва. Кер. Алло. Плохо дело.
Ну что ж, готовься. Садиться будем сейчас. Ночью спокойнее атмосфера. Квадрат 73. Маша. Я слушаю. Маша. Мы идем на посадку. Ты остаешься в космосе одна. Машенька, родная моя, следи за нами локатором. Да, в общем, ты все знаешь. Все знаю. Слушай, Маша, если мы погибнем, держи себя в руках. Я поняла все. Можно я выключу связь? Можно, девочка моя. Труднее всего тому, кто один. Земля. Штаб перелета разрешает в любое время прервать экспедицию. Самые ценные люди. Желаем успеха. Вся страна с вами. Алло. Земля. Штаб. Садимся в намеченный район. Площадка с планера выбрана. Квадрат 73. Заверяем советское правительство, родную коммунистическую партию, весь советский народ, что сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие. Алло, в случае чего, поддержите Иванову. Она одна. Все, Илья, время. Убираю антенну. Готов. Включаю автомат. Прицел по маяку 300 метров на юго-запад. Квадрат 73. Ух ты, как тянет вниз. Отвыкли? Осадки нет, сели на твердое. Молодцы, разведчики. Стоит голубушка, черт ее подери. Совсем как на земле. Открываю шторки. А ну-ка, посвети, Роман. Бессмысленно, сплошной туман. Давай осмотримся локатором. В этом месте скала. В 200 метрах. В этом секторе какая-то рухлядь. Опять скала. Я включу дорожные микрофоны. Включи. Инфракрасный обзор и локацию. Я на запись пущу. Конечно, потом все передадим на землю. Включи метеостанцию, биостанцию, опусти сейсмозонд. В общем, все, что положено по первой программе. Когда из-за горизонта выйдет Маша, сообщи, что мы сели. Уж я похвастаюсь. Хвастаться будем потом, когда спасем наших. Выходим, когда рассветет? Да, в 6 часов.
Стою! Можно я пройду несколько шагов? Осторожней, пробуй щупать. Ага. Поворачивай-ка обратно. Сейчас. Илья Васильевич, что случилось? Маша нашла планер. Живы? Она засекла два металлических предмета. Один неподвижный, а другой рядом движется. Робот, наверное. Молчат? Молчат. Радио могло сломаться. Алексей! Цел. Пустите-ка, я сниму его. Жизнь, а? Ответ на главный вопрос. Спешишь, что очень дурен. Хорошо мы подоспели. А как вы узнали? Крик услышали. Я тоже слышал. Это Венера, друзья. Что еще Маша сказала? Что еще сказать? Я так боялась за всех вас. Я так счастлива, как никогда. Я тут пела песни, а потом летала по кабине, сбросила магнитные ботинки и летала, как валькирия. Интересуют подробности. Простите, я совсем потеряла голову. Они в квадрате 107, за красным пятном. Расстояние от вас по прямой 32 километра. Через залив. Все ясно. Готовь вездеход. 32 километра? Многовато для вездехода. Что ты предлагаешь? Не садиться на Венеру на планерах. Учтем. Быстрее. Илья Васильевич. Да. А живы ли они сами? Маша. Маша. А?
мог начать двигаться сам? Нет. Нет. Я поняла вас. Нет, нет. Мы грузили его в разобранном виде. Его там надо было собрать. Теперь остановитесь. Окей. Чёртовы выродки! Скорей! Держите их еще хоть минуту. Здорово вас ударило, Джон. Здорово. Окей. Курс 110. Закрепитесь на скале. Натяните трос. Выполняйте. Да, сэр. Человек не может завоевывать эти дикие миры. Здесь выгоднее стальные люди. Танкетка была бы практичнее. Человек красивее. Полезайте первый, я помогу вам. Остановимся? Да, надо осмотреться. Илья Васильевич, еще один. Похож на бронтозавра. Я возьму кровь. Из хвоста бери. Слышишь? Хорошо. Будь осторожен. И температуру смерил. До него только сейчас дошло. Что Маша сообщила? Робот идет нам навстречу, но очень медленно. Не спешите так. У нас кислорода всего на сутки. Они наверняка ищут нас. Идут навстречу. Сквозь этот ад? Нет. Людям свойственны страх и эгоизм. Людям свойственна дружба. Заболеваем мы. Лихорадка. Еще бы. Зараза проникла. Так, порвать костюмы. Давайте примем хиноцерин. Нет, после него надо лежать. Некогда. Само пройдет. Идемте. Сколько до этого берега? Через залив Боброва 10, в обход 70.
Возьми этот залив себе. Слышите? Сядем. Кажется, это человек. Ну да, может быть, женщина. Хотелось бы. Эх, Дарвина бы сюда. А Дарвин здесь ни при чем. А как же человек мог появиться в эпоху доисторических ящеров? Но мы-то появились. Мы прилетели. Роман, а ведь Алешка прав. Человек в зрелом виде существо летающее. Космически летающее. Ты опять свое? Конечно. Дарвин объясняет только первоначальное появление разумного существа из животного мира. А его распространение по планетам в дальнейшем имеет уже отношение к Циолковскому, а не к Дарвину. Как профессор Вершинин только терпит в Академии наук. Мы первые пришельцы с Земли. Но до нас сюда могли прийти другие. Кто знает. Ладно, по коням... Пещеру. Прошу вас. Да, сэр. Не могу больше. Возьмите себя в руки. Здесь оставаться нельзя. Нас смоет, как котят. Идемте. Математик, Джон. Я, кажется, теряю рассудок. По законам математики. Законом математики будет работать мировое правительство. Мировое правительство. Мировая выгода. Мировая наука. Нет. Маша. Они не пройдут мимо. Сириус. До Сириуса можно доехать на автомобиле за
37.2 минуты по бетонному шоссе. Илья? Да. Плохие известия от Маши. Робот исчез. Час от часу не легче. А ты пошарь, может быть, услышишь их шлемофоны. Мы ведь изрядно приблизились к ним. Попробуем. Поймал. Это их робот. Несет какую-то чушь. Послушай. Стоимость постройки шоссе до Тириуса по ценам фирмы Смит 57 миллионов долларов. Куда? Видимо, машина не контролируется людьми. Попытаюсь связаться. Алло. Алло. Железный Джон, или как тебя там? Слышишь меня? Не отвечай, чертова кукла. Спокойней, Роман. А что? Робот реагирует только на вежливое обращение. Подумаешь, интеллигент. Алло. 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 Уважаемый Джон, прошу вас, будьте любезны, ответьте, пожалуйста. Слышимость 46.5%. Где Щерба? Где Керн? Где ваши хозяева? Хозяева неизвестны. Рабовладение запрещено Конституцией. Я свободная мыслящая машина. Информируйте о положении ваших спутников. Положение горизонтальное. Где вы находитесь? Под каменным сводом. Все ясно, они в пещере. Поэтому Маша не нашла их локатором. Алло, уважаемый Джон, о чем говорят ваши спутники? О Маше и мировом правительстве, в котором я займу пост премьер-министра. Они бредят? Лихорадка. Возможно, разгерметизация. Плохо. Надо срочно принимать меры. Возьми-ка управление. Есть. Алло! Слушайте, Джон! Возьмите в вашей походной аптечке хиноцилин. Хиноцилин! Хиноцилин! Пробирка номер 2. Передала на Землю все данные, собранные на Сириусе. Час 30 прошла над вездеходом. Они входили в море. Что-то приближается справа сзади по воздуху. Интровизор что дает? Меняющиеся формы. Довольно плотная. Смотрите. Похож на птеродактиля. Закройте шлемы. С этим драконом шутки плохи. Вот священ, черт. Успел снять? Успел, накинь на фото. Тогда пушка его теперь. Целься в пасть. Заело. Давай вручную и открой колпак.
Если я сяду, возврат на землю станет невозможным. И все же надо садиться. Сесть можно на следующем обороте. Через час включить двигатели. Целый час ждать. Надо все обдумать. Земля. Миллионы людей работали. Складывали свой труд пирамидой до неба. Нас поставили на вершину. Доверили все. И теперь от меня одной зависит исход. А я не знаю, как поступить. Не позволяет уходить с орбиты. Если я сяду, возврат на Землю станет невозможным. Но какой смысл беречь топливо, если погибнут люди? Инструкция не могла все предусмотреть. А сердце подсказывает, что я нужнее там, на планете. Сообщить на землю. Как трудно спокойно говорить. Пусть слушают последние записи. Инструкция не могла все предусмотреть. А сердце подсказывает, что я нужна и там, на планете. Маша Иванова! Земля с нами! Возьмите себя в руки, ждите их! Ни в коем случае не уходите с орбиты, иначе все погибнет! Будьте мужественны! Вас бросит Земля! Ваша Земля! Thank you.
Надо решать. Я не могу. Пить вездеход легче было, чем тащить. Да, сопротивление большое. Отдохнем, только недолго. Интересные глыбы! Пойду, посмотрю! Как наши? Условия сходны с нашими. Неужели природа могла создать такой правильный ряд скал, как улицы? А вдруг это затонувший город? Вот было здорово. Напугал черт. Хозяев нет дома. Странный камень. Треугольный выступ. Возьму. Смотри-ка! О, что это? Окаменевший дракон! А может быть, сделанный из камня? Сделанный? Да ты что? Смотри! Глаз! Это рубин! Вставленный разумным существом! Давай буёк. Вулканическое губчатое железо. Оно окисляется и крадет из атмосферы кислород. Ну и что? Человек может переделать это. И тогда... Хотите облегчить колонизацию и получить Нобелевскую премию? Ну, зачем? Для людей можно и так просто. Yeah.
Сэр. Джон, давайте песенку. Нашу с вами любимую. Илья! Что? Придется переждать, пока машина просохнет. Ну что ж делать? Илья, а дракончик-то с рубиновым глазом грубоват? Дикарем сделан. По-видимому, да. Но ведь дикари-то не могли залететь на Венеру. Ну почему? Залетел же инженер Добро. Помолчи. Залететь дикари не могли. Но они, пожалуй, могли появиться здесь, на месте. Каким образом? Ну, представь себе, что прилетели высокоцивилизованные существа, и по какой-то причине они застряли, потеряли связь со своей планетой. Они погибнут. Кончились запасы. Кругом чужая природа, другая атмосфера. Но я же сказал, они погибнут. Некоторые могут выжить, но они одичают. Ведь тысячи поколений переселенцев уйдут на звериную борьбу за жизнь, пока их организм не приспособится к местным условиям. Здесь будет не до культуры. Выживать будут только физически сильные. И среди ящеров появится дикарь? Появится, не дождавшись местной обезьяны. Появится и начнет расти будущий хозяин планеты. Опять? Словно предупреждает о чем-то. Мы сейчас у красного пятна. Пушка работает? Работает. Странно все это. Погребенный город. Рубин. Этот голос. Кто мог сюда залететь? Жители другой планетной системы? Может быть, марсиане? На Марсе нужно бороться за каждую каплю влаги, а здесь все утонуло в океане. Может быть, они пытались переселиться, да неудачно? Одичали? А теперь, пустив корни, второй раз идут к вершинам цивилизации. Может быть, марсиане и на Землю залетали? А вдруг мы... Современные люди. Можно ехать. Я все-таки найду ее.
Что-то стемнело раньше времени. Так и должно быть. Почему? Туча пепла над нами. Туча пепла? Извержение. Да. Красное пятно. Я был прав. Ничего себе. Освещенный огнями город. Немного не вовремя. Как раз вовремя. Сможем взять образцы свежей лавы, пепла, исследовать газы. Спектроскоп у вас цел? Цел. Но пока надо искать возвышенное место подальше отсюда. Идемте. Скорее. Да жаль уходить. Такая красотища. Спектр успели снять? Да. А у самого кратера? Нет. Не вышло? Не успел. Джон! Да, сэр. Перенесите нас через огненный поток. Залетай, быстрее. Кого он там почуял? Учитель. Даю радио Эллен по вашему требованию. Определяю расстояние 2 мили. Так это же наши. По-видимому, да. А вы не верили. Все же машина ваша замечательная. Да? Наконец-то признали. Нагрев ног достиг 500 градусов. Дальнейшее передвижение с грузом опасно для моих механизмов. Что это значит? Надо выключить самосохранение. Где? Откройте дверцу. Пятая на ней. Руйте провод. Ну! Я же не знаю, где. Пустите. Как бы это? Мне не видно отсюда. Я вынужден освободиться от груза, джентльмены. Я идиот. Он сбрасывает плав. Быстрее. Thank you.
Hello, dear. Выгоднее, стальные или обыкновенные? Видимо, ему нужны те и другие. Это уже хорошо. Возможно. Идемте. Ну, как радио? Где она сейчас? Проходит зенит. Нету радио. Что это за инвентаризация, а? А, не успели назвать при мне. Плохо рассчитал. Математик. Дочки. Сыновья. О, полный экипаж. Неужели вы верите, что Земля кем-то посещалась в прошлом? Явно с него предмет. Многие так называемые загадки истории, я считаю, следами. Они вообще известны. Рисунок каменного века на скале в Сахаре. Совершенно верно. На этом рисунке изображен человек в скафандре, а древняя нержавеющая колонна в Индии. Ведь железо, из которого она сделана, приготовлено неизвестным на Земле способом. А тайна Атлантиды? А необычайная осведомленность древних астрономов? Да разве все перечислено? Это все не доказательства. Можно искать следы и в преданиях. Вот, например, спуски богов с неба. Ну, знаете. А что? Как, например, здешний дикарь нарисует вас? Как святого с кружком вокруг головы. И расскажет. Сошла с неба лодка, и вышел из нее бог в шкуре. Вот вам и текст для местного предания. С иллюстрацией. Я убежден, космические перелеты — это неизбежные ступени развития жизни всюду. Изоляции миров нет. Наверное, миграция жизни в космосе закономерна, как у нас на Земле перенос семян ветра. И на планетах Солнечной системы чего доброго развиваются ветви единого племени живых существ. Солнечного племени. Когда родственные должны быть и разумные существа. Увидеть бы ее. Какая она. Все сразу стало бы ясно. Надо же! Это тебе за математика! Thank you.
спасибо за науку и за приют, прими поклон земной. Корабль ждет и путь у нас прямой, стучат сердца домой, 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 ребята. Опять считать космические румбы, и вновь стоять отваги у руля. Ждут нас давно моря, леса, поля, любимый край, родимый дом, земля, земля, ребята. Твоя-то каракатица радуется, что ты невредим. Она не каракатица, она разумная, добрая, красивая. Завтра начнем ее ловить. Заела. Слушай, ты влюбленный, если это одичавшая марсианка, то где же остальные, а? А если бы ты на земле сел где-нибудь в диких горах, много бы людей встретил за два-то дня? Какого-нибудь отшельника встретил бы. Или его дочку. В лучшем случае. Остальные там, за горами. Телефон-то здесь еще не изобретен. Ну, вот и все. Товарищи, по-моему, программу выполнили. Смотрите, сколько материала. Вам самое ценное. Кассеты, самописцы, микропрепараты. Геологу камни. Алексей, а? Пойдем к радио. Пойдем. Илья Васильевич, скорее! Что случилось? Скорее! Записи передач Паши Змей! Может быть, автоматы на Сириусе запишут эту радиограмму? Инструкция требовала, чтобы я осталась на орбите, чтобы ждала и бездействовала, когда мои друзья, может быть, мечутся в предсмертной агонии. Зовут меня. Ждут. Я нарушаю инструкцию. Я сажусь на Венеру. Стрелка автомата уже идет. Через минуту включается двигатель. Как она могла? Не сообразила. Сообразить может робот, но не женщина. Да простит меня Бог. В небе ее нет. По расписанию должна быть. Алло, Вега. Вега, алло. Вега могла разбиться или утонуть. Надо сообщить на Землю. С Землей связь была только через Вегу. Товарищи, я предлагаю Щерба, Керн и Алеша остаются здесь. Разбивает лагерь. Я и Роман взлетаем на орбиту. Оттуда находим Вегу, даем вам целеуказание. Передаем на Землю все результаты экспедиции. Вызываем Артур. Правильно. Если согласны, выгружаем лагерный комплект. Это надо в любом случае для облегчения Сириуса. Что это? Землетрясение. Ракета дала осадку. Подмывает обрыв. Пропало горное озеро. Смотрите, трещина!
Если Сириус рухнет, тогда вообще всему конец. Быстро готовься к взлету, может быть, успеем. Станцию давай туда, в сторону. Роман, когда записана последняя передача, Маша? 7:20, не отвлекайся. Ты знаешь, локатор записывал прохождение веки после этого. Она не села. Алло, Маша, что с вами? Маша, что произошло? Я поняла, что делаю ошибку. Переборола себя. Успела выключить двигатели, но орбита изменилась. Потом я нашла вас у красного пятна. Следила. Вы не отвечали. Теперь мне зачем оставаться? Конечно. Алло, дайте элементы новой орбиты. Быстрей. Алло. Алло. Всем на корабль. Что это значит? Ваня! Держи! Маша! Алексей! Включи метростанцию.
скорого свидания. К тебе вернутся наши корабли, ведь нас не зря зовут сыны земли. Ведь нас не зря зовут сыны земли. Земли, ребята.